ключевую роль. Вопрос объединения Германии обсуждался в Оттаве, в Канаде. Бейга сидит напротив меня, говорит: Эдуард, как ты считаешь, не пришло время подумать об объединении Германии? А я спрашиваю: а что скажет Геншер, давний Геншер? Главное, что скажет Горбачев. Вышел в другую комнату, позвонил, отвечает Михаил Сергеевич. Ему рассказал, здесь обсуждали вопрос возможности объединения Германии. Он минут два-три промолчал, потом сказал: Эдуард, знаешь, что я тебе скажу? Рано или поздно этот вопрос надо решать.